Видимо, все же футбол самый популярный вид спорта в Славутиче. Уже четвертый турнир за февраль. На этот раз среди команд девушек. В прошлые выходные в Славутиче прошел отборочный этап чемпионата Украины по футзалу среди команд девушек 2008-2009 годов рождения, группа «Б». Все три игры славутчанки выиграли. Тренера заставили нервничать только в игре с командой «Конотопа», когда в первом тайме счет был 1-1. Но после серьезного разговора в перерыве наши игроки стали более внимательны и в результате матч выиграли 4-1. Є потенціал, дівчата молодці, але із-за довготривалої перерви в змаганнях, причому не просто змаганнях, а змаганнях чемпіонату, адже тут кращі команди України збираються, і тому паралельно з цим було декілька змагань, але це, скажімо, трішки не той рівень і не ті змагання, в яких ми приймали участь. А так, після тривалої перерви в дівчат мандраж, вони трішки переживають, ось бояться, дуже багато помиляються. Сподіваюсь, ми після цього відбіркового етапу зробимо висновки, особливо дівчата зроблять висновки, і все буде гаразд. Так, гра во второму таймі, особливо з командою з Конотопа, була достойна того, щоб просто подивитися, як славутичські дівчонки грають в футзал. Команда девушек КДСШ «Олимп», город Славутич, тренер Панченко, вышли в финал чемпионата Украины по футзалу среди команд девушек в высшую лигу. Интересно, что в отборочном этапе приняло участие около 30 команд из различных уголков Украины, в том числе и более больших городов, чем Славутич. Команду девушек КДСШ «Олимп» и их тренера, конечно, поздравляем и надеемся, что и в высшей лиге тоже будут и голы, и победы, а может быть и чемпионат выиграем.